20 октября 2020 года, 24-й день Отечественной войны. В результате действий, предпринятых азербайджанской армией на различных направлениях фронта, 20 октября 2020 года были уничтожены и выведены из строя живая сила, 2 танка Т-72, 4 реактивные системы залпового огня «Град», 1 гаубица и 5 единиц автомобильной техники противника. В течение дня 20 октября 2020 года территории Геромбойского и Тертерского районов Азербайджана периодически подвергались ракетно-артиллерийскому обстрелу со стороны армянских вооруженных сил. 24-й день Отечественной войны вошел в нашу военную историю как день освобождения города Зангилан и прилегающих сел от армянской оккупации. В этот день, 20 октября 2020 года, президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, в обращении к народу объявил об освобождении города Зангилан и еще 6 сел района – Хавале, Зернели, Мамедбели, Хакари, Шарифан и Муганлы. Бои за Зангилан, увенчавшиеся победой азербайджанской армии, очередная славная страница в истории нашей страны и боевых операций на южном фронте вдоль реки Арас. 20 октября были также освобождены села Дёрчинар, Кюрдлер, Юхара Абдурахманлы, Гаргабазар, Ашага Весели, Юхара Айбасанлы Физулинского, Сафарша, Хасангайды, Фуганлы, Имамбаги, Дашвесели, Актепе, Ярахмедли Джебраильского и Акджакент, Мюркедюре, Дашпаши, Гюнешли и Чинарлы Ходжавенского районов. На всех освобожденных территориях был водружен флаг Азербайджана. До победы оставалось 20 дней.